принесли куртку на ремонт. Она имеет растительное крашение, и, как вы видите, солнце ее не пощадило. То есть она выцвела, она потеряла свою сочность, и она сухая. Настолько сухая, что просто уже вот с ней случаются вот такие вещи. Просто кожа облупливается, это настоящая натуральная кожа, но с ней случается вот следующее, потому что она сухая и безжизненная. Моя задача ее полностью почистить, потому что вот это вот видно, что она грязная. Потом выравнивание цвета, колеровка и локальный ремонт. Вот таких вот вещей и вот таких вот вещей. Вот сейчас я почистил одну сторону, и это на видео, надеюсь, тоже видно. Вот здесь вот чисто. Здесь видно чернота и блеск жирный. Друзья, перед окрашиванием, перед колеровкой очень важно очистить кожу с открытыми порами, потому что вот это все будет препятствовать благородному окрашиванию, и все это будет видно даже на окрашенной куртке, а на очищенной куртке она будет окрашиваться ровно, красиво и сочно. Поэтому химчистка — это очень важно. В процессе окрашивания куртки с помощью колерования было принято решение использовать несколько цветов, которые будут накладываться слой за слоем друг за другом. Таким образом, кожа сможет окраситься в неоднородный благородный оттенок с легким эффектом патины. После всех процессов реставрации вы наблюдаете куртку, готовую к сдаче. Она прошла несколько этапов. Сначала здесь была химчистка, реставрация локальных зон и несколько этапов окрашивания кожи, колеровки. Теперь кожа смягчена, она абсолютно здорова. И те элементы, которые были порваны, теперь срощены.